Одесская область, как и вся Украина, на пороге желтой зоны. А вакцинация сотрудников образовательных учреждений серьезно пробуксовывает. Об этом заявил первый вице-губернатор Борис Волошенков. По словам высокопоставленного чиновника, только 37 учреждений имеют уровень вакцинации, позволяющий работать офлайн при ухудшении эпидситуации. То есть не менее 80% привитых штатных единиц от общего состава сотрудников школы, училища или университета. Со среды активизируется вакцинальная кампания среди работников сферы образования. Сформированы мобильные бригады, которые будут распределены по территориальному признаку по всей области, включая также саму Одессу, и работа которых должна существенно улучшить ситуацию с уровнем прививок от коронавируса в образовательных учреждениях. С вакциной проблем не будет, уверяет Волошенков. Нам еще потребно 50 тысяч вакцинировать. У нас на сегодняшний день больше там 200 тысяч вакцин. Есть, тому немає никаких обмежень відносно кількості вакцины. Вакцина CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Да. Линейка вся есть.